Ну, танковый генерал меня сделал вообще как котенка. Я даже не знаю, попробовать пехотного. В принципе, токсины должны хорошо работать против пехоты. А танкового генерала я даже не знаю, как убить вообще. Это абсолютное зло, блин. Возможно, что она должна штамповать очень много пехоты. Наверное, ну, мне как-то было. Я замешкался немножко все-таки с этим. Я всего лишь крестьянин. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Я буду работать. Я голоден. Я буду работать. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Разве мы не можем жить в мире? Неужели нужно так далеко заходить? Я буду работать. Да. Наша работа выполнена. Я пойду. Наша работа выполнена. Что от меня надо? Это непростая работа. Я голоден. Ты слишком часто меняешь свое мнение. Я делаю то, что мне сказали. Я всего лишь крестьянин. Я буду работать. Хорошо, хорошо, я буду работать. Да. Неужели нет каких-нибудь других? Я всего лишь крестьянин. В принципе, в прошлый раз это было не очень хорошим, удачным ходом, но... Я постараюсь справиться быстрее. Модернизация завершена. В бой! Все готово. Уничтожите их! Никто нас не покорит. Берите их силой. Мы получим то, что нам надо. Это можно пустить на переработку. Порядок. Найдите местечко для меня. В бой. Что есть для меня? Чего тебе надо? Готовьтесь к бою. Уничтожите их. Победа будет в наших руках. Наша работа выполнена. Я голоден. Ну, если да. Это действительно то, чего ты хочешь. Здание. Какой тяжелый. И теперь это здание. Готовьтесь к бою. Мы идем на воин Бал. У нас сильный клан. Чего тебе надо? Ничто не бывает напрасным. И теперь это здание наше. The infantry are vulnerable. Здание сооружено. Воин Бал. Сильный клан. Уже идем. Разве мы не можем жить ближе прямо из лаборатории? Я буду работать. Чего Поищем тебе надо? Противника. Прямо я из буду я знаю. Все еще бежит. В бой! Поищем мы должны противника. Захватить новый, никто нас не покорит. Прямо из лаборатории. Мы ничего не боимся. Мы
Воин бал. Я подчинюсь. Я выполняю свой долг. Разве мы не можем жить в мире? Я постараюсь выправиться побыстрее. Воин бал. И теперь это здание наше. Путь к свободе. Никто один нас не покорит. Захрана задолбали жечь. Воин бал. Молодец, генерал, вы получили повышение. У нас воин бал. Найдите местечко для меня. Свою жену. Наша воля непоколебима. Об этом позаботятся. Скорпион готов. Я сделаю это. Нам хорошо. Слушаюсь. Да, я понимаю. Божества у нас хватит. Хорошо. Я готов принести справедливость. Я готов отдать жизнь ради нашего дела. Воин бал. Наше здание сейчас атакуют. Наше здание сейчас атакуют. Я люблю, когда много людей. Молодец, генерал, вы получили повышение. Воин бал. Мы сами справимся. Мы должны захватить новые земли. Что есть для меня? Мы порвем его на кусочки. Хорошая идея. Мы порвем его на кусочки. Воин бал. И теперь это здание наше. Диверсия, конечно, хорошая сделал, но, увы, меня уничтожили. Наша база под огнем. Воин бал. Тут надо кардинально действовать по-другому. У него в основном такие вот пехотинцы и поджигатели. Надо под... Хорошо, хорошо, я буду работать. Какой тяжелый. Буду работать. Что вам от меня надо? Я буду работать. Это непростая работа. Не делайте мне больно. Веселая была работа. Я буду работать. Я подчинюсь. Могу я одеть туфли? Что вам от меня надо? Я сделаю все, что в моих силах. Я голоден. Я всего лишь крестьянин. Я буду работать. Я буду работать. Готово. Я голоден. Я все делаю готово. То, что мне сказали. Модернизация завершена. Вариант можно начать с дворца. Все готово. Мы должны вернуть то, что принадлежит нам.
Берите их силой, никто нас не покорит. Мы должны захватить новые земли. Держись. Мы ищем противника. Все еще бежит. Что есть для меня? Мы порвем его на кусочки. Мужество приведет нас к победе. Мы ищем противника. Воин Бал. Мы ничего не боимся. Порядок. Все еще бежит. Мы возьмем его. Мы захватили здание. Разведка в вашем распоряжении. И теперь это здание наше. Мы захватили здание. Мы получим то, что нам надо. Найдите местечко для меня. Держись. Все еще бежит. Готовьтесь к бою! И теперь это здание наше! Никто нас не покорит! Мы ничего не боимся! Мужество приведет нас к победе! Мы получим то, что... Воин Бал! Порядок! Мы должны... Генерал, наши владения под огнем! Не дайте им уйти! Воин Бал. Блин. Сильно быстро не нападают. Не получается эти точки захватить, и, блин,